Приветствую вас. Хочу выразить вам свои соболезнования, в первую очередь. Утрата близких всегда очень тяжело. Вот. Что сейчас важно, о чем сейчас хочется поговорить, что сейчас хочется сказать. Значит, в первую очередь, наверное, то, что вам больно. Сейчас вам очень больно. И мне думается, что вот эта боль, вам необходимо ее прожить сейчас. То есть, словно говоря, оплакать. Оплакать сестру. То есть прожить горе, вот, чтобы оно горе не оседало внутри вас, да, вот, чтобы оно как-то вот проживало с вами. Это первое, что важно. На что, ну, первое, на что я хотел бы обратить внимание. Второй момент, важный момент, это то, что вы потеряли физического человека. Да, физического человека, безусловно, не вернуть. Но вы вполне можете общаться с человеком посредством образа, вы все равно можете посредством своего воображения человеком взаимодействовать. Все равно это можно делать. Вот. Поэтому здесь важно научиться общаться с человеком, важно научиться слышать человека внутри себя, вот, позволять ему говорить, вот, и, собственно, вам это может помочь решить проблему того, что человека вы больше не чувствуете. На самом деле физическая оболочка – это временно, так как образ, духовное ядро человека, оно остается с нами навсегда. Состоит оно из воспоминаний, из того, что вы о человеке знали. Вы говорите про Бога, вот, вы говорите про духовный, значит, соответственно, вам это близко. Значит, следующее очень важное, чтобы после проживания горя несколько этапов, их не один, не два, вот, лучше всего это делать с психологом, это травма, то, что вы сейчас проживаете. Но следующее, это интерес к своей жизни и понимание того, чем вы нуждаетесь в человека. Ведь вы говорите о том, что сестра заменила вам мать, и получается, что в матери вы нуждаетесь довольно сильно. Мне кажется, так, что имеет смысл посмотреть, в чем именно вы нуждаетесь, вот, чего именно вы хотите, чего именно вам не хватает. Так вот, конкретно, если поговорить об этом, ну, да, поисследовать. У меня такое ощущение, что вы чувствуете себя
прямо-таки человеком, которого вырвали почву из-под ног. Вы можете со мной не согласиться, но выглядит это именно так, к сожалению. Вот, поэтому, если я здесь прав, вот, то нужно в этом направлении тоже разбираться. То есть в вашем запросе слышно про то, в вашем запросе слышна обида. Обида на даже Бога за то, что он забрал вашу сестру, ведь она вам так была нужна. Ну, вот. То есть есть такое вот непринятие этой ситуации. И есть, ну, как бы, есть противление, что ли, ситуации. Понимаете, да? И мне кажется, что ну, в какой-то степени здесь есть некоторая двоякость, да? То есть вы говорите про, с одной стороны, про Бога, то, что вы, ну, верите, да, вот, очевидно, в него. Ну, Бога я имею в виду. Вот. А как бы с другой стороны, вы не приемлете того, что произошло. Вот. И это, конечно, очень, как мне кажется, грустно, безусловно. Вот. Как мне кажется, то вне всякого сомнения. Мне вот кажется, эта ситуация такой. И кажется, что вам сложно, очень сложно опираться на себя, то есть, ну, вам тяжело, самой стоять на ногах, вот, может быть, вследствие некоторых травм, вот, которые у вас были. Может быть, вследствие чего-то еще. Вот. Тут сказать однозначно нельзя. Вот. Но поработать с этим нужно. Вот. Чтобы вам стало легче хотя бы. То есть сперва это некий ну, такой эмоциональный баланс, я бы сказал. Вот. То есть это, ну, помощь вам в обретении эмоционального баланса. Вот. А после этого уже, я бы сказал, работа над, ну, корректированием, то есть коррекция.
хотел вам дать. Телефон — это тяжело, вот. И важно, чтобы вы позволяли себе сначала плакать, чтобы позволяли себе быть слабы, чтобы вы не зажимали эти чувства свои, чтобы вы их могли проживать, чтобы вы могли их проживать с кем-то, чтобы вы могли их проживать кому-то. Это очень важный элемент того, что сейчас происходит. Вот. Ну и, конечно, дальше потом еще будет видно, что делать и как дальше, в дальнейшем, уже. Вот. На этом все, я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Надеюсь, что вы дадите какой-то отклик на мой ответ. Всего вам самого доброго.